Ну, каждый уважающий себя попугай должен начинать утро с кофе. Правильно? Правильно? Все, подруга моя снова уезжает в рейс. Сегодня понедельник, Memorial Day. Она возвращается в пятницу. Мы собираем вещи и приезжаем в новый дом. Хорошо, хоть у нас есть трак. Пока-пока. Да. Так что осталось нам здесь жить 2 недели. Надеюсь, за неделю успеем собраться. Всем привет, ребята! С вами Вера. И с вами немножечко сегодня будет Таня. Она там сейчас дом показывает. И мы сегодня снимаем домики. У нас по плану снять несколько домов. Вот. Танюша приехала на своей крутой машинке, которая мне, смотрите, просто по колено. Да. Приехали, показываю вам вот такой дом. Все увидите на нашем канале Real Таня. Очень дешевый дом, очень. Смотрите там. Вот. Сегодня суббота. Сегодня 90 градусов на улице, хотя они так не ощущаются, как в Майами. Вот в Майами, когда 90, это конец. Сегодня отлично. Работаем. Вот. Мы когда снимаем дома с Татьяной, я, получается, живу очень далеко. Очень далеко от нее. Like, 1:10, если с трафиком, это 1:20, 1:30 ехать. И когда мы договариваемся снимать дома, она меня забирает и... Мы снимаем, 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 и потом я остаюсь у нее, и на следующий день мы опять снимаем, чтобы не кататься каждый день туда-сюда. Вот, так что сегодня суббота, впереди у нас совместные выходные, возможно, пойдем еще на какой-то хайкинг. Что-то мы поснимаем тоже, какие тут есть trails, как это сказать по-русски, не знаю. У нас тут наконец-то появились микрофоны, да, мы уже профессионалы. Вот. Подписывайтесь на наш канал Real Таня. Так что оставайтесь с нами. Покажу вам немножечко бэкстейдж со съемок. Снимаем с Татьяной дома. Я пытаюсь тут кофе сделать, но что-то пока не получается. Таня переодевается для новых съемок, для нового дома. Посмотрите, какой красивый домик. Все увидите в нашем YouTube, на моем другом канале. Какая красота. Привет. Готова? Привет. Ты сегодня решила быть вся в зеленом. А третий аутфит тоже зеленый. Это я снимаю для своего канала. Это будет 528 канал, на котором ты появляешься. Если вы ведете на ютубе Татьяна Риэлтор, там уже просто 1 000 000 видео станет. Спасибо вам всем. Да. Окей, я там пытаюсь на кофе ходу сделать. Кушаем. Да. Кушаем на ходу. Вот, на ходу. Такой вот бэкстейдж со съемок. Все, едем дальше. Нашли классный домик за 262 тысячи. Смотрите, какая тут огромная ванна. Правда, немножко низко здесь стоят эти вот, как они называются, шкафчики, тумбочки. Таня всегда себя снимает.
ты. Нужно, чтобы ты также полюбила себя. I wish. Не завидуй, пожалуйста, что я люблю себя. Я не завидую, я рада, что ты себя любишь, Таня. Ты себя любишь, и все начинают тебя любить. Вот это, кстати, работает. Да. Любите себя, и вас любят весь мир. Я узнала просто. То есть, как можно только это сказать. Да. Вот. Так что каждые выходные всегда приезжаешь какие-то ивенты, какие-то праздники. А меня не любят, а это себя любят. Привет опять. Привет. Пошли дальше. Пошли. Вау, какая у меня помада яркая. Я ее стала без зеркала, так что вообще супер. Попала. Профессионал. Чувствую. Чувствую. Там сколько людей. Ой, пойдем в толпу. Мы там не потеряем. Пойдем, потеряемся. Прекрасный наш ночной Гринвилл. Так красиво. Точнее, наверное, в Bowling Springs, в русский магазин. Ну и цены здесь, конечно, были совершенно другие 4 года назад, когда я здесь жила. Ну вот, можете посмотреть, какие здесь есть продукты. Бруклинская колбаса, эстонская, московская. Сосиски за $8, за 11. Что тут еще тортики? А! Ну понятно, это все производится все равно в Америке. Но все равно чувствуется как наши. О, трубочки, кстати. Прикольно. Что тут еще есть? Называется украинский магазин. Это зефир за $6. Но я сюда захожу только по одному поводу. Сейчас я вам покажу, что я здесь всегда покупаю. И я всегда покупаю здесь креветки. Вот. А. Они уже чуть, конечно, подороже стоят, но они похожи на наши креветки, не такие, как в Америке. В общем, вот такой магазин. Ой, я забыла заплатить. Что тут есть? Лекарства наши. Ой, я помню вот такое. Постилки. В общем, в Америке тоже есть наши продукты. Перцовая. Что это перцовая? Растирка. Ага. Муравьиная кислота. Вау, я такое даже не знаю. Ну, в общем, вот такой магазин. О, пельмени есть. Самое главное. Я люблю вот такие сибирские. Вкусные. По вкусу продукты такие же, как у нас были в странах. И есть сейчас. Очень сильно отличаются от американских по вкусу. Поэтому мы часто сюда приезжаем. В Америке нет нормальной еды. Это вот для меня самый большой минус в Америке – это еда. Вот. Так что спасаемся вот такими магазинчиками, нашими конфетками. Что тут еще есть? Шампуни. Витекс. По-моему, это белорусский шампунь. 481, да, я помню этот код белорусский. Ага. Белита Витекс, точно. Белорусский шампунь. Чистая линия. Вау.
Давно это все не видел. Так, что еще тут? А, это хлеб. Ну, в общем, провела я вам вот такой небольшой экскурс. Какие есть магазины русские в Америке? Напитки. О, это, наверное, Тархун, я помню такой. Угу. Вот, сейчас я покажу его снаружи. Называется украинский магазин Imports Europe. В общем, будете знать, Bowling Spring такой есть. Просто лучшая мойка ever. Рядом поболталась. Ну, это чуть уже хотя бы, смотри, задевает зеркало. Ой, ее бы смотри помыть. Глянь, просто касается чуть-чуть. Ладно. Осталось вот это обмыть. Смотри, вот просто рядом проходит. Смотри, вот это нравится. А это тоже болтается просто. Мойка века. Да, сколько стоит мойка? 12 евро. Еще... My goodness. Одна из кучек. Может, у нас просто машина какая-то узенькая, и она не достает. Да, прикольно. Заехали на мойку помыться. Хорошо, сделай это сам. В общем, зеркало не выдержало такой мойки, просто обиделось и ушло. Как его? Ты можешь там кнопочками нажать или что? Ну, от силы ее нажать. А, окей. Все, можно ехать. Красота. Мой любимый магазин Ingles. Он находится только в нескольких штатах в Америке. Так что магазин редкий. Сколько у нас бензина в Южной Каролине? Я заказала все по 3. По 3 доллара? 3,17. Мы уже приехали с магазина. Хочу вам показать наш зоопарк. Ну, весь зоопарк я вас наш не покажу на данный момент. Смотрите, какая булечка. Взяли котенка, появился он у нас случайно. Породистый британец. Вот, обожаю ее, не могу. Какая хорошенькая, такая булочка. Вот. А это моя собака. Ой, пудель. Миниатюрный, чисто породный тоже пудель. Да. Немножечко надо его почесать. Было бы неплохо, да? Тима сладкий. Сладкий. Вот. Спасибо, что посмотрели этот влог. Извините, что так оно немножечко у меня сумбурно. Была очень напряженная неделька. Да. Надеюсь, что... Не надеюсь, а 100%. Следующий влог будет уже о переезде. Мы переезжаем в новый дом. Я обязательно покажу вам рум-тур нашего нового дома. Сняли мы дом в Bowling Springs. Вот. И, кстати, мне привезут с Флориды стол, такой слэп, срез живого дерева, 90 инчей. Я думаю, это около 2 метров. И ножка у него тоже, кстати, будет из дерева, это где-то еще метр. Короче, работы у меня вот столько. Так что я все для вас сниму, все покажу. На этой неделе не было времени не то, что снимать, заказы эти делать. Вот, так что мы сейчас все пакуем, собираемся. Да,
спасибо, что посмотрели этот влог. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале. Я все вижу, я все читаю. Вот. Так что спасибо за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Будет очень много нового интересного. И я постараюсь чаще появляться. И больше вам всего показывать. Вот, все. Всем пока.